стартует третий заезд Керина, в котором принимают участие Тео Босс, Шон Келли, австралиец, Крис Хой, англичанин, два японца, Рай, даже три японца, Рай, Инамура, Ватанабе и немец Ван Эйден. Японцы сильнее в своем керне, это их вид домашний, но они больше специализируются по длинным трекам. На таких коротких треках 250 метров им очень сложно бороться, поэтому тут преимущество, скорее всего, у Тео Босса, австралийца и немца, после мотора. Крис Хой выходит вперед, за ним сидит Шон Келли, австралиец, сзади пытается Ван Эйден протолкнуться. Тео Босс на последней позиции выцеливает. Вот пошла атака Босса. Босс пробрался на пятую позицию и проходит верхом. За ним цепляется австралиец Келли. И Босс выигрывает уверенно заезд, вторым заезжает Шон Келли, третьим Крис Хой, ну а дальше там уже как заехали.